на права по новым правилам. Порядок получения водительского удостоверения с 2020 года изменится. Масштабная реформа подготовки водителей начнется в 2020 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Согласно поправкам, впервые будет практиковаться учебная езда на магистралях. Начиная с осени, испытания автодрома «Город» объединит совмещенный экзамен по оценке навыков вождения. Появится опция, которую ждут многие граждане. Результат экзамена можно будет аннулировать, подав жалобу на экзаменатора. Подчеркивает издание «Коммерсант». Ожидается, что госавтоинспекция получит дополнительные рычаги воздействия на нарушителей. В частности, водительское удостоверение после его лишения не вернут обладателю, если у него есть задолженность по штрафам. Или, например, кандидат в водители не будет допущен до экзамена в автоинспекции, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии.